во Дворце культуры, посвященный новогоднему периоду. Сегодня дети у нас изготавливают новогодние игрушки, которые они изготавливают каждый год для своей елочки, которые дарят в каждую семью свое тепло и свое новогоднее настроение. Можу леди удивить, яка видит мощь тремощь и хаматку жукарить. Я мой мест безвежный Анастасия. Я фрегвентез арт-декор и акум есть мастерул класс. Ной астез вон конфекциона жукарий пентру брат. Меня зовут Анастасия. Я участвую в кружке арт-декор. Мне очень нравится с преподавателем Зинаида. Мы делаем разные подделки, мы рисуем. Мне очень нравится такое творчество. Меня зовут Стас Мороз. Сегодня у нас проводится мастер-класс во Дворце культуры по изготовлению подделок. Сегодня мы будем делать подделки на Новый год, потому что Новый год – это праздник чудес. Меня зовут Ксения Сумишевский, и я хожу в кружок арт-декор. И мне здесь очень нравится, и мы сделаем подделки, рисование и подделки. И мне очень нравится наша учительница Зина. Она очень добрая и очень хорошая. И мне нравится, что здесь очень хорошо, и мы делаем всякие подделки. Очень много и очень красивых. Mă numesc Aliona, copilul meu umblă de acum de un an și patru luni, frecventează cercul de art decor cu doamna Zinaida. Sunt foarte mulțumită, îmi plac foarte mult lucrările pe care le fac și acum în ajun de sărbători au acces la un masterclass care este foarte binevenit și sunt foarte mulțumită, cred că și copiii sunt foarte mulțumiți. Prin nămeți, în fapt de seară, a plecat către oraș. Moș bătrân cu iepuraș, înhămat la sănioară. Uite o casă colombale cu ferestre luminate. Moșul s-a oprit din cale, cu toiagul în poartă bate. Bună seara, bună seara, ia ca vin cu sănioara și cu daruri proaspete. Bucuroși de oaspete! Bucuroși, bucuroși, strigă glasuri de copii. La mulți ani!